Че, здорово. Иногда буду укладывать видосы, чтобы вы не забывали отписываться от меня. Сегодня будет первый видос с качалки. Понятия не имею, как его сделать интересным, что в нем будет. Сейчас увидите моего напарника и с ним обсудим. Здорово. Здорово. Че, мы сегодня снимаем мой первый видос. Первый видос из качалки. Что в видосе будем делать, чтобы он был интересным? Взяли немного воркаута, чтобы сделать отжимание на брусья с дополнительным весом на максимум, как раз попробуем. И жим лёжа можно еще сделать. У нас, ребят, подготовка к тренировке такая. Да. Стоим, разминаемся. Давай, главное, медленно опускайся. Все, поднимай. Давай, тяни. Перед тем, как начать пить креатин, я сделал замеры. Жим лежа я сделал 87,5 килограмм. Буду пить креатин один раз в нетренировочный день, два раза в тренировочный. Короче, цель – пожать 100 килограмм. И в прессе теперь прибавить, ну и вообще вес набрать до 66. Наконец-то это видео выходит спустя несколько месяцев. Вы увидели мои силовые до начала приема креатина. Это жим лежа. Сколько я вешу, грудь, бицуху в сантиметрах. И в конце видео сравним все спустя 5 недель. Я буду очень стараться много кушать, усердно тренироваться и поделюсь своими ощущениями. Все, здорово, уже неделю я принимаю креатин, а весь говорить пока еще бесполезно. Через неделю посмотрим. Сейчас перетрени в качалке, потрени на улице. Вот, купил новый штатив бомбовый. Заряжаюсь с Лайденсом и сейчас буду снимать свой видос, чтобы вы заряжались с ним. Ну что, братухи, прошло уже 2 недели. За последнюю неделю я усердно тренировался 10 часов в секунду, спал 5 минут в неделю, тренировался 12 дней в день. Я турникмен! Все, хуёв.
Я пропустил уже где-то 3 тренировки груди, 3 тренировки жима, пока я пью креатин. Это очень много. Там из-за воркаута, это из-за соревнований этих с прошлым видосом на ютубе. Еще плечо болело. Короче, сейчас уже настал момент, когда я пойду в качалку, вроде все прошло, там плечо вроде не болит. И я должен пожать 95 килограмм. Покажу, что я буду есть в течение всего дня, как я обычно кушаю сейчас. В очках я, потому что без них сейчас я урод. Вот. С самого утра он... Утро уже начинается в 14:40. С самого утра, короче, вок. И вот еще второй, скорее всего. Ну, люблю с самого утра вкусно поесть, чтобы с кайфом начать день. И потом в течение дня ты больше будешь кушать. Biggest fear? Dying to give you.